Приветствую вас, друзья! Ранее на своем канале я уже множество раз вам рассказывал про игры на блокчейне, в которых можно не только развлечься, но и заработать. Однако сегодня на обзоре у меня довольно необычный кейс. Игра, которая помимо развлечения и заработка поможет вам еще и обучиться инвестировать и торговать на крипторынке. Называется данная игра Manuscript. Сейчас она находится на стадии разработки и готовится к проведению приватсейла своего токена. А первоначальный релиз игры запланирован на второй квартал следующего года, с предварительным выпуском бета-версии в начале года. Изначально игра будет выпущена в браузере, но после у нее появится и мобильное приложение. По жанру Manuscript будет представлять собой экономическую пошаговую стратегию. Игровой процесс в ней будет напоминать классические настольные игры. Участникам нужно будет бросать виртуальный кубик и в зависимости от выпавшего на нем числа делать определенное количество ходов по полю. При остановке на конкретной клетке игроку нужно будет решить определенную задачу, связанную с реальными рынками криптовалюты. За правильный ответ игрок будет увеличивать свой виртуальный баланс, за неправильный уменьшать. Если к концу партии игрок сумеет ответить правильно на достаточное количество вопросов и приумножить свой начальный баланс, то получит награду NFT-токен, который даст ему возможность продвинуться дальше по игре и войти в высшую лигу, где уже будут выплачиваться и более солидные награды, в том числе и в самих токенах Manus. Самих режимов игры будет несколько. В Manuscript можно будет играть как в одиночку, это стараясь как можно быстрее пройти карту и выполнить все задания, так и сражаться с другими игроками в дуэлях и мультиплеерном режиме. Таким образом получается, что Manuscript позволит игрокам в простой, понятной, геймифицированной форме обучаться особенностям инвестирования на крипторынке. А полученные таким образом знания они позже смогут применить уже в реальных рынках для стейкинга, трейдинга и майнинга. Что касается внутренней экономики игры, то в Manuscript ее будут составлять заменяемые и NFT токены. NFT от Manuscript нужны будут для участия в играх. Чем круче NFT, тем дольше игрок сможет продвигаться по игре. Или же заработанные NFT можно будет продавать другим игрокам через Marketplace. И в данный момент стартовые наборы NFT от Manuscript уже продаются на платформе Treasure Land. Что же касается заменяемых токенов, то они называются Manus и отчеканены по стандарту BIP-20. Использоваться они будут для стейкинга, кастомизации игрового поля, прокачки персонажей и покупки внутриигровых предметов. У токенов Manus ограничена эмиссия в размере 1 миллиарда штук, которая распределена на команду, советников, оплату листингов, развитие проекта, награды за стейкинг, внутриигровые награды, ликвидность и распродажу. Однако в данный момент купить токены Manus еще нельзя, на биржах они не торгуются. У них только вчера началась приватная распродажа, которая закончится в первом квартале следующего года. Однако если вы захотите принять участие в распродаже от Manuscript, то хочу вас кое о чем предупредить. Существует еще один проект, который называется MetaComics. Его сайт и whitepaper являются полной копиркой Manuscript, и в данный момент MetaComics продает свои токены на официальном сайте. Пожалуйста, будьте аккуратнее и не спутайте. Manuscript — это оригинальный проект, первым придумавший идею обучения во время play-to-earn игры. А MetaComics — это подделка, которая с большой долей вероятности является скамом, поэтому не перепутайте. Если же вам интересен проект Manuscript, то в описании я оставлю легитимные ссылки на их сайт и социальные сети. В том числе у Manuscript имеется бот в Телеграме, который может оповещать о любых изменениях в проекте, анонсах и так далее. Поэтому советую вам на него подписаться вместе с другими социальными сетями Manuscript. Ну и конечно же не забывайте про активный в данный момент приватную распродажу токенов Manus и NFT токенов.
Я, конечно же, не призываю вас инвестировать, это все-таки довольно рискованная затея. Поэтому обязательно проводите собственные исследования, если соберетесь совершать какие-либо вложения. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.